Так мы сейчас совершим еще одну молитву, благословение ребенка. Пожалуйста, пройдите, и мы помолимся. Это очень хорошая традиция, чтобы, когда рождается ребенок, через какое-то время могли принести их, представить пред Господом и посвятить Господу. И сегодня мы совершим эту молитву посвящения этих детей Господу. Захария и Марианна. Так что вместе молимся. Господь, во имя Иисуса Христа, в этой молитве благословение и посвящение этих детей Тебе, Господи, благослови их. И пусть, Господи, придет на них Твоя благодать, Твоя милость, и да будет Твоя благодеющая рука и Твое благословение над ними во все дни жизни, Господь. Благослови. И пусть когда-нибудь взрослеть, Господи, Дух Твой начнет касаться их сердца, дабы они знали Тебя и во все дни свои прославляли Тебя и служили Тебе, Господи. Во имя Иисуса Христа мы молимся. Аминь. Слава Господу. Пусть Бог благословит.